В Пятигорске собрались студенты, которые умеют спасать людей. Это участники добровольческих отрядов со всего СКФО. Они соревновались во втором этапе всероссийских соревнований «Человеческий фактор». Турнир проводится под эгидой МЧС России. За победу боролись 12 команд. В роли судей выступили квалифицированные медики и психологи. Организаторы постарались смоделировать условия, максимально приближенные к реальным. Роль пострадавших выполняли специально подготовленные статисты. В итоге лучшей стала команда «Арсвита», которая представляла Ставропольский край.